то эти темки будут долго кормить тебя и не отправят работать на завод из-за безысходности. В этом ролике я без воды расскажу тебе о деле, которое мне генерирует деньги в Телеграме с полного нуля. И как это можно будет сделать тебе. А именно, заработать 100 тысяч рублей за месяц, всего за 2-3 часа работы в день. Это отлично подойдет тем, у кого нет стартового капитала и которые хотят зарабатывать в интернете. Причем большинство людей отвалится, так и ждут кнопку бабло и не хотят работать. Поэтому у тебя есть все шансы и возможность забрать свой большой кусок пирога. Ведь заработок там, где есть работа. Не буду томить, погнали к делу. Уверен, что ты не раз стал короткими видео о темщиках, способах заработка, челиков, катающихся на мерсах и тому подобное, в которых идет призыв на переход в телеграм-канал, где раскрывается темка или сам способ заработка. Все это называется арбитраж трафика. Пока эти видео смотрели, я заработал 70 тысяч рублей за 3 недели. Кстати, об этом я рассказываю в телеграм-канале, где еще показываю путь с нуля до 2000 баксов в месяц за лето. Много вводной информации. В телеграме существует куча разных каналов на разной тематике. Всем им нужна аудитория для монетизации. Кто-то продает рекламу, кто-то продает какие-то курсы или приватные чаты, а кто-то совмещает все это сразу. Но понятное дело, для того, чтобы что-то продать, нужно иметь поток новых людей, которым это можно будет продавать. Именно поэтому владельцы таких каналов обращаются за внешним трафиком. Внешний трафик – это поток пользователей, привлеченных с других площадок. Это могут быть Инста, YouTube или TikTok. Этот трафик владельцам нужно откуда-то брать, поэтому они ищут людей, которые этот трафик им приведут. Помните, я упоминал видео про темщиков и способах заработка? Такой вид трафика среди траферов называется качество. Он очень хорошо мотивирует потенциально молодых ребят к заработку, что положительно сказывается на их дальнейшей монетизации и отклику. Причем данный трафик является УБТ, в переводе условно-бесплатный трафик. Все, что нужно для привлечения аудитории, это склепать видос, причем можно даже на телефоне, в котором идет призыв к действию, и выложить в TikTok, YouTube или Инсту. Именно на этом можно зарабатывать неплохие деньги двумя способами. Первый способ. В среднем цена одного подписчика в тематике заработка 25-30 рублей. Если грамотно сделать креатив, это короткое видео с призывом перейти в канал, то можно спокойно с одного креатива привести 100-200 человек. Легкой арифметикой вычисляем, что с одного креатива можно заработать 2500-5000 рублей. Именно так я и сделал. В канале купли-продажи трафика я наткнулся на владельца канала, который как раз ищет того, кто приведет ему этот трафик. Начал делать ролики и заливал в TikTok, YouTube. И смог привлечь 2000 человек в тематический канал по заработку по цене 35 рублей за одного подписчика в течение 3 недель. Отсюда и сумма 70 тысяч рублей за 3 недели. Я делал ролики по особой структуре и с некоторыми фишками, из-за которых ролики и набирали такие большие просмотры. Полный гайд по созданию роликов, которые будут залетать, я уже выкладываю в своем способ, работает уже на долгосрок и как свой бизнес. Мы уже знаем, что можно лить трафик заказчикам, у которых уже есть канал. Но во втором способе мы будем лить трафик к себе в канал и монетизировать его. Это может быть, как я уже и говорил, продажа рекламы или курсов, причем реклама в телеграм-канале от 2000 подписчиков в тематике заработка стоит от 1500 рублей. Делаем по рекламному посту в день, и вот тебе 42 тысячи рублей в месяц. Конечно, это будет не сразу, но как раз я об этом и говорил. Нужно приложить усилия, и эти усилия окупятся. Если ты хочешь узнать, как начать зарабатывать на арбитраже трафика, тогда при всех таких сложных схемах...